Общегородской субботник состоялся. И это только начало. Затем, как город и район преображается после зимы, силами его же жителей наблюдала наша съемочная группа. Суббота утро. По всему городу гребут, собирают мусор, красят. На глобальную уборку активно откликнулись жители города, представители городской и районной власти, общественники и депутаты. Человек должен за собой, простите, всегда везде убирать. Магазин ли это, аптека ли, то есть у себя, и тогда город всегда будет чистый. Проблема у нас, что нам просто не хватает вот такой культуры. Культуры, в том числе понимания, что мы в ответе за то, что происходит в городе. Убираются везде. Особенно многолюдно на берегу реки Сестры, вдоль улицы Чайковского, возле Ледового дворца и на воинском захоронении в деревне Давыдково. И это только начало. С сегодняшнего дня, каждую субботу, будут организованы субботники, целью которых будет создание благоприятной среды в Клинском муниципальном районе, чистота, порядок, там, где мы сами живем. А это уже пятница. Рабочие бригады клинских коммунальщиков во главе с Аленой Сокольской наводят порядок в Майданово. Работы не просто много, а очень много. Наверное, каждый проезжающий считал своим долгом открыть окно автомобиля и выбросить сюда бутылки, тару и прочее. Поэтому, ну, удручающая картина. Я считаю, что если мы вместе, то мы должны быть во всем вместе. И в песнях, и в плясках, и в уборке мусора, и в благоустройстве территории. Или мы вместе, или результата не будет. Собираться на уборку можно каждые выходные. Субботники будут идти вплоть до майских праздников. А за эти два дня глобальной уборки уже вывезено почти 400 кубометров мусора. А участие в общегородских субботниках приняли более 1000 человек. Елена Перцева, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.